Около 30 семьям были разданы продуктовые корзины. Мероприятие организовано в рамках акции «30 добрых дел». Атырауская областная ассамблея народа Казахстана при поддержке управления внутренней политики Атырауской области. Группа волонтеров посетила по списку семьи, где действительно нуждались в помощи раздела продукты питания. Отметим, что благотворительная акция продолжается до конца года. Вот недавно мы помогли нашему церкви по их просьбе. Теперь помогаем от имени Ассамблеи народов Казахстана, где я состою председателем предпринимателей Ассамблеи народов Казахстана, своим народом, где-то 32 человека в этот. Это начало только нашей помощи в связи с окончанием сбора урожая. Ну, ежегодно мы помогаем около 20-22 миллионов тенге. Выражаем благодарность Владимиру Размету. Всегда оказывает нам помощь, привозит такие продуктовые пакеты.